116 предписаний. Таков итог августовских рейдов коммунальщиков вместе с полицией и прокуратурой. Из них 58 связаны с нарушением карантина, а другая половина – нарушение правил аренды. Мэрии заверяют, что контролировали арендаторов с самого июня, а массовые жалобы туристов и горожан в соцсетях на нарушения, особенно свободные 5 метров от воды, объясняют физической неспособностью арендаторов быстро это исправить. З самого ранку орендарі території пляжів виставляють свої шезлонги відповідно до чинних норм, але потім, коли люди користуються платними послугами, вони ці шезлонги більш ближче до моря, і орендарі пляжів фізично не встигають попереджати людей про те, що не можна так робити. Интересно, что штрафовать за отсутствие доступа к воде коммунальщики не могут, так как эта норма не прописана в правилах благоустройства, а штрафы накладывают за серьезные нарушения этого свода. В этом году без них не обошлись, вот только их точное количество и общую сумму в мэрию не сообщили, сославшись на необходимость уточнить эту информацию.